Так, давай проверим. Так, сюда мы можем, да, нажать? Угу. Отлично. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Перфильева Татьяна Игоревна. Мы сегодня будем обсуждать тему стресса и антистрессового ухода. И пока я не начала читать дальше нашу презентацию и демонстрацию процедуры делать, подскажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно, хорошо ли видно, все ли нормально с техническими вопросами, чтобы мы сразу их решили, если есть какие-то нюансы. Сразу хочу сказать, я буду смотреть не на вас первую половину нашей работы, потому что у меня презентация, ноутбук находится чуть ниже, поэтому в первую очередь буду смотреть на ваши ответы, на ваши вопросы. Так, давай сейчас чат посмотрим. Так, все отлично. Спасибо, Амина. Так, я предлагаю буквально минутку подождать еще остальных участников, которые к нам присоединятся, и будем стартовать. Нет возражений, надеюсь? И пока мы ждем остальных наших гостей, подскажите, пожалуйста, являетесь ли вы работающими косметологами, либо вы пришли просто для себя что-то новое узнать. Возможно, вы массажисты. Так, Анна, вижу, вы косметолог. Отлично, Амина, очень приятно, что вы с нами знакомитесь. Вы пока ничего не пробовали или что-то пробовали из нашей марки? Так, Мария, вы для себя. Угу. И напомню вам, я в самом верхнем сообщении разместила у нас временный промокод, который звучит как уход. И используя его, вы получите в течение недели дополнительную скидку при закупке нашей продукции. Угу, работаете. Отлично. И, наверное, давайте стартуем. Скажу банальные вещи, с понятием стресс, наверное, все у нас сталкиваются в той или иной степени. И давайте поговорим о стрессе, что это такое. Ну, те, кто работает, те, кто не работает, знакомые, в общем, есть какое-то понятийное поле, что такое стресс. Но чаще и чаще вот этот вопрос стал всплывать, и не только врачи сталкиваются с таким понятием, как стресс и стресс-зависимые заболевания, но и спа-терапевты, массажисты, косметологи, телесно-ориентированные терапевты, психологи, все в той или иной мере с разных сторон, разными подходами работают со стрессом. И что это такое? Вообще это понятие относительно недавно появилось. В 1936 году канадский врач и биолог Ган Силье создал учение о стрессе. Но стресс, само понятие, чуть-чуть попозже появилось, а изначально это звучало как общий адаптационный синдром. И современное понятие стресса – это неспецифическая реакция организма на физическое или психологическое воздействие, то есть достаточно любое воздействие, которое нарушает его гомеостаз, а также измененное состояние нервной системы, характерно стрессовому состоянию. Как правило, это преимущественно возбужденное состояние нервной системы и организма в целом. Клинические проявления у нас
дезадаптации усугубляются по мере старения организма. Это будет отражаться на снижении стрессоустойчивости. Звучит страшно, но, в общем, стресс – это может быть все, что угодно. Это любое непривычное воздействие на любой организм, психическое или физическое. Амина рассмеялась вашему комментарию, но ничего, вы можете что-то еще дополнительно себе присмотреть по поводу стресса. Смотрите, и давайте рассмотрим такое понятие. Я сейчас прям совсем-совсем кратко буду. Общий адаптационный синдром. Когда мы реагируем с любым стрессовым фактором, я не знаю, новая задача, допустим, на работе, или это может быть какое-то физическое там повреждение, то у нас сразу после контакта, сразу после воздействия стрессора возникает первая стадия. Ее называют стадией напряжения или стадией тревоги. Это самый короткий промежуток по длительности, если мы берем три стадии этого синдрома. Организм сталкивается с фактором и старается к нему приспособиться. И тут дальше все очень сильно зависит от степени интенсивности воздействия. Допустим, те же ожоги – это тоже стресс для организма, и дальнейшее поведение организма будет зависеть от степени ожога и от площади, допустим, ожога. В этот период у нас организм централизует кровообращение, он мобилизует ресурсы и очень их неэкономно расходует. Соответственно, в этот период у нас падает сопротивляемость организма. Следующий этап у нас наступает, если влияние продолжающего стрессора соизмеримо с возможностями адаптации организма. Соответственно, это стадия резистентности, так называемая. Тут происходит не просто мобилизация ресурсов, а их перераспределение внутри организма и систем, которые не будут участвовать вообще никак в адаптации, в системе, которые принимают в этом участие. И участвующие системы будут работать в состоянии гиперфункции. Эта стадия, наверное, нам всем знакома, когда мы привыкаем к стрессу и уже начинаем мобилизоваться. Сопротивляемость организма в этой стадии становится выше нормы. И мы такие, как такие энерджайзеры, работаем в таком режиме форс-мажора. Это свойственно всем организмам, это общее правило. И когда у нас длится стадия резистентности, в какой-то момент может наступить стадия истощения. Это когда стрессор продолжает действовать длительное время, мы работаем в системе, скажем так, гиперфункции, и потом происходит истощение ресурсов организма и срыв систем адаптации. Это может приводить к болезни, к заболеваниям или там завершается смертью. То есть мы же говорим не только о психоэмоциональных состояниях, а вообще о стрессовых факторах. Стрессовые факторы – это же у нас не только психоэмоциональное, это физическое воздействие. Это может быть, как я говорила, травма, какое-то повреждение. Это те же полютанты в условиях у нас окружающей среды. Это ОФ-излучение. Ну, это очень-очень много факторов. И стрессоры у нас делятся, ну, если так, в общем, там, на холодовые, на световые, температурные. Голод – это также стрессор, лишение сна – это стрессор. Это все сказывается на нашем физическом состоянии. И как у нас повреждающее действие факторов окружающей среды, если мы разберем этот фактор, он нас, как косметологов, больше всех волнует. Что происходит? У нас происходит агрессия. Ну, допустим, мы позагорали. У нас происходит, как это запускается реакция, свободорадикальная реакция, которая будет приводить к повреждению клеток. То есть это будут ткани, и клетки органов и тканей.
общего, в общем в организме. Следующая реакция после повреждения клеток у нас запускается выброс медиатора воспаления, что может приводить как раз к состоянию хронического воспаления. И в результате вот такой вот экспресс-схемы у нас происходят такие проявления, как ускоренное хроностарение, и мы видим проявление фотостарения на коже. Это все провоцирует как раз эти факторы, с которыми мы, как косметологи, работаем, боремся, пытаемся их замедлить. В результате агрессии у нас есть риск, и зачастую мы видим проявления, такие как нарушение барьерных функций кожи и защитных функций кожи. Ну, если совсем мы разбиваем их на составляющие, то что мы видим? Это может быть отечность и пастозность на лице. Проявления такие, как нарушение пигментации, неровный тон кожи, сухость, стянутость, нарушение эластичности кожи. Зачастую мы видим повышенную чувствительность эритему. Это повышенная чувствительность, это может быть там жжение, покалывание, какие-то еще дискомфортные проявления. У нас усугубляется выраженность морщин. Я говорю и о морщинах тонких линий, и о мимических морщинах. Кожа становится более грубая. Возможно, проявление различных дерматозов, различные абсолютные этиологии. И все это следствие как раз у нас агрессивных воздействий, в том числе окружающей среды. Угу. Есть ли вопросы? Я сейчас перейду к следующему слайду. Чтобы я на эти вопросы ответила, и мы перейдем уже к демонстрации процедуры. Я подожду еще несколько минут. Не буду говорить сейчас там, зачем мы делаем антистрессовый уход, с какой целью. И я сейчас буду демонстрировать процедуру именно антистрессового ухода в кабинете косметолога. И, ну, соответственно, подразумевается, что антистресс-мероприятия у нас не будут ограничиваться только кабинетными процедурами, но у нас еще будут домашние назначения, которые будут поддерживать эффект постпроцедурный в домашних условиях. Давайте еще минуточку подожду и скажу, что у нас... Какая цель вообще антистрессового ухода? Понятно, что когда у нас кожа находится в стрессе, делать какие-то агрессивные процедуры, которые будут ее стимулировать через повреждения, вообще нецелесообразно и не полезно. Поэтому у нас будет относиться к антистрессовым процедурам, это мягкие восстанавливающие программы, которые у нас будут направлены на такой накопительный эффект. Мы будем восполнять дефицит влаги в коже, уменьшать трансэпидермальную потерю влаги. Будем стремиться улучшить транспорт влаги в коже. То есть будем работать с поверхностным и глубоким обезвоживанием. Будет также полезно поработать с признаками реактивности, с какими-то сосудистыми реакциями. Если у нас есть проявление отечности, соответственно, будем улучшать такие показатели, как венозный и лимфатический отток. Угу. Я так понимаю, вопросов нет. Давайте мы тогда перейдем к процедуре. Сейчас я закончу. Так, уберу демонстрацию экрана. Угу. Нет. Так, сейчас, секундочку, я куда-то не туда нажала. А, все, поняла. Угу.
Так, коллеги, если у вас будут вопросы, пишите их. Я надеюсь, что я нигде их не потеряю. Ну, или если потеряю, то попрошу продублировать. Так, наша прекрасная модель, которая согласилась быть сегодня с нами, как раз находится в стрессе. Она у нас работник офиса, вот, и с радостью решила нам помочь, правильно? У меня жуткий стресс. Да. Так. Начнем мы с очищения кожи. Я буду использовать наш гель очищающий. Я его люблю за его мягкость, за универсальность. Сейчас я вам, если вы с ним не знакомы, покажу. Так. Гель очищающий. С мягких ПАВ растительного происхождения кока-глюкозид. Здесь также в составе у нас будет находиться сок алоэ вера, экстракт зеленого чая и гамомелиса, антиоксиданты. Вот он вот такой прозрачный у нас. Его совсем мало нужно. Он очень экономичный. Я его вспениваю в ручках. И вот эту мягкую пенку разношу. Он мало пенится, не стягивает кожу, очень мягко очищает. Следующий этап у нас будет маска энзимная, пектиновая. Но тут есть нюанс. Я перед нашей процедурой выяснила, что этап глубокого очищения наша пациентка делала буквально несколько дней назад. Поэтому мы будем делать демонстрацию процедуры в щадящем режиме. Я эту маску не буду наносить под пленку, а мы сделаем массаж с использованием воды, чтобы сделать такой протокол, как для чувствительной кожи, чтобы вы посмотрели на эту маску и как она работает. Масочка у нас такая гелевая, очень легко распределяется. Она содержит у нас соль озера Рапан, содержит у нас пектин, энзим, папаин. И будет очень-очень мягко работать, улучшать дисквамацию нашего рогового слоя, выравнивать его.
очень комфортен, подходит для всех типов кожи. Единственное, что для чувствительной кожи, для сухой кожи, мы используем очень аккуратно. Так, мне чуть-чуть не хватило, я добавлю. А на шею использовала глубокое очищение? Uh-huh. Нет. Вот давай мы еще с тобой на шее поработаем. Носик. Чуть-чуть здесь. Все комфортно, нет дискомфорта. Угу. Отлично. И что мы делаем? Мы смачиваем ручки и начинаем как размыливать эту масочку. А работать я по маске буду не больше 10 минут, я думаю, что минут 5-7, так как у нас идет щадящий протокол. Сейчас я засеку время. Угу. Соответственно, если вы работаете в базовом протоколе, когда мы наносим пленку на лицо, то и кожа у нас нечувствительная, то у нас экспозиция обычно не превышает 10-15 минут. Мы можем использовать эту маску как глубокое очищение в протоколе процедур, можем использовать как холодное гидрирование. Перед процедурой глубокой чистки. Я тут уже так погрузилась в процедуру, и поэтому немножечко подвисаю. То есть, соответственно, по этой маске можно делать лимфодренажные какие-то движения, можно делать элементы какого-то массажа, релаксации. Если мы вот делаем такой щадящий протокол, видите, она прекрасно скользит. Если она начинает подсыхать, мы добавляем водички. Но пока у нас хватает скольжения. Так. Глубокое очищение для чувствительной кожи. Смотрите, если кожа чувствительная, то вообще очень хорошо использовать ультразвук, ультразвуковую чистку. Но, соответственно, мы готовим для перед ультразвуковой чисткой можно использовать гель для дезинкрустации. Если кожа такая... вы попробовали, да, сделали, допустим, тестовую процедуру в щадящем режиме, и кожа реагирует. Либо, если не такая прям ужасная реактивность, то можно, допустим, 5-минутную экспозицию маски сделать, естественно, не под пленку. Естественно, не под пленку, а вот в таком щадящем режиме. Энзимы у нас будут хорошо как раз разрыхлять и подготавливает перед ультразвуковой чисткой. Потому что только ультразвуковую чистку без подготовки, это, конечно, будет очень слабое очищение. И обратите просто внимание, что мы, как правило, когда даже себе делаем этап глубокого очищения, мы, как правило, обходим стороной шею, декольте. Эту маску можно наносить на участки шеи, декольте, просто экспозиция там поменьше чуть-чуть, потому что кожа более тонкая, более чувствительная в этих зонах. На ней находится меньше как раз сальных желез. Поэтому мы очень-очень аккуратно будем работать в этих зонах. Э,
Да, иногда может быть стоп-акне, может иногда пощипывать, но тут, конечно, очень сильно зависит от вообще реактивности кожи. То есть на более чувствительной коже она, да, может чуть-чуть пощипывать. Ну, совсем чуть-чуть. Если сильно щипит, конечно, мы с осторожностью и вообще отменяем. Потому что, ну, мы не можем исключить реакцию индивидуальную. Так, сейчас смотрим. Вот у нас прошло 5 минут. Сейчас еще 2 минутки будем смывать. Нет никаких дискомфортных ощущений. Все нормально, да? И смотрите, у нас был такой протокол Light. И что мы еще можем сделать? Мы можем взять нетканную салфеточку, смочить ее, или две нетканные, допустим, салфеточки. Давайте лучше так сделаем. Смачиваем. И мы можем поработать еще ими в режиме такого массирования. Еще улучшить эксфолиацию. Видно, да? Все нормально. Угу. Немножечко. Так, поработаем. Вот это механическое трение будут улучшать отшелушивание отмерших клеток. Угу. А подскажите, пожалуйста, а пациентка, которая хочет чистку с чувствительной кожей, она пробовала маску энзимную? Или она вообще не проводила ничего, никаких процедур вы не делали с энзимной маской? Просто насколько она чувствительная? Тут большой вопрос. Вообще, ну, то есть классический вариант ультразвуковой чистки – это мы берем гель для дезинкрустации, наносим тоже под пленочку. А, вы на будущее. Наносим под пленочку. Он разрыхляет, и мы работаем по... у нас есть гель для дезинкрустации, а есть лосьон для дезинкрустации. И мы не делаем ультразвуковую чистку по воде, потому что, ну, во-первых, вода высокая, у нас жесткая, и она, ну, делает кожу более сухой. У нас есть специальное жидкое средство для ультразвуковой чистки, для дезинкрустации. И в качестве такой водной среды мы используем ее. Соответственно, мы гель смываем, берем лосьон для дезинкрустации, берем ультразвуковую лопаточку и, соответственно, очищаем кожу. Как правило, это не вызывает каких-то дискомфортных ощущений, это не вызывает каких-то реакций.
Потому что мы не можем предсказать пациент, с насколько чувствительной кожей к нам придет, потому что если кожа реагирует вообще не на все, ну, возьмем там крайнюю какую-то ситуацию, то в первую очередь я бы тогда просто работала с этой кожей как с реактивной, выводила ее из состояния стресса такого, из реактивности повышенной, и только потом делали какие-то процедуры очищения. То есть в первую очередь нужно будет работать с той такой явной проблемой, которая перед нами стоит, а это реактивность. Так. Мы сделали этап глубокого очищения. И сейчас я возьму следующее средство. Секундочку. Это у нас будет лосьон-концентрат Нео. Сейчас я вам покажу. Имеет вот такой вот желтовато-коричневый цвет. Поэтому использовать его, распылять на лицо, наверное, особенно если светлая одежда, ну, не самый оптимальный вариант. И мы его используем, его можно использовать как тоник, но сейчас я его использую не только как тонер, тоник, а я его использую как активный, ну, активный компонент. Его состав – это липосомальный дигидрокверцетин, экстракт арники, плюща, антиоксидантные экстракты – это у нас мальва, огурец, липа. И они обладают такими свойствами, как усиливают регенерацию, успокаивают кожу, выравнивают цвет лица, будут как раз эффективны при каких-то сосудистых изменениях, при реактивной коже, при коже, которой нужна и профилактика старения, и коррекция каких-то возрастных признаков, потому что у нас липосомальный дигидрокверцетин, он будет работать не только с обезвоженностью, но так как дигидрокверцетин очень хорошо регенерирует, то есть мы как раз работаем с проявлением возрастных изменений, преждевременных или там хроностарения, это без разницы, будет улучшать внешний вид кожи при регулярном применении. И также из серии Neo у нас есть гель, который мы сейчас будем использовать. Я сейчас взяла гель для сухой нормальной кожи, но тут есть такой нюанс. Наверное, правильнее было бы назвать этот гель для кожи такой, сейчас сформулирую, уставшей, стрессированной, атоничной, такой истонченной, с какими-то там проявлениями сосудистыми неспокойствия. Вот это было бы правильнее. Дигидрокверцетин, сейчас вам покажу, как выглядит гель. Тоже дает такой вот оттеночек, видно, да? Не видно, да? Вот видно. А. Видно, да? Все. И этот гель у нас подойдет для аппаратных, допустим, процедур, форетических процедур. Это фонофорез. Я его очень люблю использовать под фонофорез. Он подойдет отлично под микротоки. Подойдет под, в том числе, электропорацию. Это неинъекционная мезотерапия. Но сейчас я его буду использовать немножечко, ну, может быть, нестандартным способом. Сейчас посмотрите. Так, еще такой нюанс. Смотрите, то есть гель, он повторяет состав нашего лосьона-концентрата, только дополнен еще такими компонентами, как гиалуроновая кислота, которая будет работать на увлажнение, и гидроманил,
он будет тоже давать поверхностное увлажнение. В геле у нас идет 4% дегидрокверцетина, а в лосьоне-концентрате будет 10% дегидрокверцетина. Вот смотрите, я достаточно обильно нанесла. И я сейчас буду делать по этому гелю приемы из лимфодренажного массажа. И для того, чтобы у нас скольжение, ну, будет такой процесс залипания, и чтобы у нас улучшить скольжение, я буду смачивать ручки в лосьоне-концентрате. То есть это будет нам давать еще усиление. Я сюда поставлю просто. У нас это будет давать еще усиление определенного эффекта. Давайте я пока не начала, отвечу на Амина на ваш вопрос. В этот протокол можно включить фонофорез. Смотрите, вы можете, допустим, не делать этап массажа, а просто сделать фонофорез по этому гелю. Пожалуйста. Либо вы можете, допустим, сделать фонофорез, взять какое-то массажное средство или там добавить гель и сделать лимфодренажный массаж. Ну, как вариант. Лимфодренажный массаж у нас начинается. Ну, есть разные протоколы. Я, допустим, начинаю у нас с помпажа регионарных лимфатических узлов. А все это время, пока у нас гель лежит на лице, он работает. А, по микротокам не ответила. Да, гель подойдет под микротоки этот. В линии еще есть гель для зрелой кожи, там больше антиоксидантов. Они оба подойдут под микротоки. Допустим, можем. Так видно, нормально. А, да, как вам видно? Все хорошо. Отлично. Да. Говорят, хорошо все видно. Отлично. Я специально начала просто с этой стороны показывать, потому что противоположную сторону, я думаю, там немножечко будет не так хорошо видно. Повернем чуть-чуть. Угу. Вот я пока работаю по гелю, пока не залипает. Смотрите, данный гель можно, в принципе, если вы обладатели РФ-лифтинга мультиполярного, его можно использовать как активный ингредиент под РФ-лифтинг, то есть непосредственно по нему делать РФ-лифтинг,
использовать сначала его, потом впитать и сверху контактную среду, по которой уже будете делать непосредственно RF-лифтинг. Почему я выбрала лимфодренаж? Ну, во-первых, он, наверное, всем показан в стрессе. А во-вторых, ну, такие проявления, как отечность, пастозность, они свойственны стрессированной коже. Ну и в-третьих, когда у нас человек приходит в стрессе, все-таки у нас идет изменение в реакции организма, в нервной системе. И поэтому какие-то интенсивные процедуры, интенсивный, допустим, какой-то неприятный, болезненный массаж, это не то, наверное, к чему данный пациент будет стремиться. Даже можем немножечко разнести гель по декольте, продренировать у нас зону декольте. Она лишним никогда не будет. Отгоним лимфу у нас к подмышечным лимфоузлам. Сейчас немножечко смочу. Концентрате добавлю его. Они в тандеме лосьон концентрат Нео и гель Нео будут очень хорошо работать, потому что там у нас идут идентичные ингредиенты с очень-очень хорошей биодоступностью. И если у вас есть пациент с неравномерным цветом лица, с тусклой кожей, с кожей, которая не хватает такой влаги, при этом это может быть любой тип кожи, это может быть жирная, обезвоженная, это может быть возрастная кожа с какими-то там проявлениями неравномерности тона. Всем подойдет и молодым пациенткам для того, чтобы улучшить цвет лица, и возрастным пациентам для того, чтобы улучшить гидрорезерв. Этот гель можно достаточно близко наносить в зоне вокруг глаз. Тоже будет работать во время массажа. На всякий случай напоминаю тем, кто использует флоретические процедуры, в частности фонофорез, что мы по мягким тканям вокруг глаз не работаем. Мы работаем по костному краю орбиты. Еще хорошо, вот если вы работаете какими-то мануальными техниками, то хорошо работать в пациенте со стрессом в режиме
скажем так, нейроседативного массажа. Есть такая техника. Если вы работаете микротоками, то можно процедуру микротоков проводить непосредственно по этому гелю и смачивать. Ну, там есть две разновидности микротоков. Допустим, я люблю использовать там, где у нас в качестве манипул у нас идут ватные палочки. То есть это такая история, для меня более одноразовая получается. И, соответственно, смачиваем в лосьоне концентрате Нео манипулы и работаем по гелю. Если не ватными палочками, то спокойно берете кисть и подсыхающий гель смачиваете лосьоном концентратом Нео. Он будет давать хорошую проводимость и будете постоянно активизировать состав. То есть вот сколько у вас процедур, ну, микротоков по-разному длится, там еще лимфодренажный есть этап и есть этап работы с норматонусом мышц. Соответственно, у вас будет постоянно активный состав на лице и будет как раз, кроме эффекта физиотерапевтического микротоков, еще работать экстракты растений и дигидрокверцетин. Вы будете получать выраженный эффект. Ну, вот он у нас начинает гель подвпитываться уже. И тут есть два варианта. Либо мы большую часть геля снимаем, остатки оставляем и сверху закрываем составом, либо это может быть такое, мы полностью смываем гель и наносим активную сыворотку и финальное средство. Это уже на ваше осмотрение, какой у нас будет пациент. Я в данном случае выберу полностью снять гель. Амина, очень тоже приятно, что вы задаете вопросы. Я всегда, когда выхожу в эфир, ну, у меня такое, знаете, я бы сказала, ну, стрессовая такая история, потому что я не вижу лиц. Я не вижу глаз, мне очень сложно общаться как раз, ну, так, вроде как будто с экраном.
А ваши вопросы помогают как раз. Смотрите, а мы по факту... Сейчас, наверное, вообще хороший вопрос, что можно сделать? Конечно, можно после этого нанести маску. Допустим, ну, либо аква удовольствие, можно нанести маску, из, возможно, вы там другими какими-то марками пользуетесь. А есть еще у нас на базе как раз лосьоны концентрата «Нео» и геля «Нео». Такая, может быть, слышали, маска «Фарфоровая кожа» называется. Это когда мы берем небольшое количество геля «Нео», который я сегодня использовала для сухой нормальной кожи. Мы смачиваем масочку из нетканного материала в лосьоне концентрате «Нео». То есть достаточно обильно смачиваем. Получаем такую подложку, а потом получаем такой псевдо-маску. Ну, наверное, видели вот эти вот маски одноразовые, которые там продаются во всех магазинах. Единственная большая разница, но существенная, в составе. То есть у нас получается гель как проводник и 10% дигитроквертицетин сверху. В течение 15 минут маска будет очень активно работать. То есть по факту я сейчас сделала массаж по гелю. Я могла его оставить. То есть я же смачивала еще лосьоном концентратом руки. То есть я его уже нанесла. И мы могли взять нетканную маску, ее очень-очень обильно смочить и лосьоном концентратом сверху положить, и у нас была финальная маска бы. То есть вот я сделала такой вариант экспресс-процедуры такой динамической. То есть я просто сделала как раз по этим активным ингредиентам лимфодренажный массаж. Да, данный гель подойдет и под фонофорез, под электропорацию и под микротоки. Все верно, Анна. Так, я еще раз обработаю лицо лосьоном концентратом. Вообще, вот этот вот лосьон-концентрат, ну, на мой взгляд, незаслуженно, наверное, обделяют вниманием, потому что вот вся линейка «Нео» – это такой номер один для тех, кто хочет ухаживать за собой или иметь какую-то универсальную процедуру в кабинете направления антиэйдж. То есть это профилактика старения, это когда мы хотим замедлить какие-то возрастные проявления. Потому что мы привыкли, что у нас в арсенале должен быть тоник. И все воспринимают, ну, как правило, если мы говорим, там, скажем, наверное, потребителей масс-маркета, ну, все привыкли, что тоник – это такое что-то недорогое, базовое, именно для того, чтобы pH улучшить. Но вот этот вот, препарат, он выполняет, ну, кроме функции восстановления pH кожи, это полноценный антивозрастной продукт. То есть мы можем прекрасно его наносить. И я думаю, что, ну, наверное, если вы следите за какими-то трендами, там, корейской косметики и тому подобное, вы, наверное, видели, что они берут там всякие нетканные масочки, там, пропитывают каким-то тоником и наносят как маску. Вот лучше уж нанести не тона, ну, не тоник, а лучше нанести вот это вот средство. Потому что это действительно прям, ну, работающий антиэйдж. Так. Наша пациентка вот в восторге от этого продукта. Так, покажу. Это наша линейка The You, натуральная. Здесь очень-очень богатый состав. Здесь у нас витамин С в устойчивой форме. Здесь у нас ниацинамид, антиоксидантные растительные экстракты. Это и экстракт планктона, и малина обыкновенная, и земляника лесная, клюква и тому подобное. Тут есть еще гиалуроновая кислота, которая у нас будет давать поверхностное увлажнение.
И еще здесь содержится акваксил. Это у нас компонент, который будет улучшать транспорт влаги внутри кожи. И эфирное масло лицея кубеба. Это компонент, который будет улучшать лимфодренаж кожи. Хочу сразу отметить, что ниацинамид у нас будет отвечать в том числе за улучшение цвета лица, за сохранность сосудистой стенки, за себорегуляцию. То есть если обладатели выжирной кожи, комбинированной кожи, он не будет пересушивать кожу, но он будет как раз делать мягкую себорегуляцию. Это такой вот гель у нас. Очень приятно пахнет. Сыворотка очень-очень легко впитывается, не оставляет какого-то ощущения пленки. И при регулярном применении я могу там сказать, что, ну, наверное, там 99,9%, может быть, и все 100%, в восторге от данного препарата. Вот он уже почти вот все впитался. И если у вас пациент-обладатель сухой кожи, какой-то стрессированной кожи, которая просит дополнительного там увлажнения или ухода, то вы можете взять там финишное средство, которое больше подойдет данному пациенту. Это может быть там и Rich in Restore, если это очень сильно возрастная, там какая-то обезвоженная кожа. Это может быть NMF Protection крем, который подойдет для всех типов кожи, для восстановления липидной мантии и для работы с трансэпидермальной потерей влаги. Можем нанести, допустим, наш универсальный увлажняющий крем, если это кожа такая более комбинированная. А мы в данном случае будем сразу наносить препарат мультипротектор SPF 50+. Угу. Сейчас покажу, как он выглядит. На перчатке как раз будет видно все. Кто с ним не знаком, очень рекомендую. Сама являюсь его пользователем. Так как мы не знаем, как наша пациентка, возможно, она будет сегодня вот сейчас в дневное время выходить на улицу, поэтому мы наносим достаточное количество средства. Чем он так хорош? Я сейчас немножечко сюда перенесу. Чем он так хорош? Здесь содержится у нас 6 SPF-фильтров. У нас один физический и 5 химических. И в качестве увлажняющего компонента у нас здесь содержится фукагель. Фукагель будет хорошо увлажнять. Он у нас такой френдли компонент, будет поддерживать наш микробиом. А микробиом – это то, что у нас как раз отвечает за здоровье, в том числе кожи, в условиях, ну, неблагоприятной внешней среды. Это то, что как раз вот называют таким ингредиентом антиполютанты. Вот видите, здесь у нас есть физический фильтр, но он не выбеливает кожу. И так как у нас Екатерина обладатель как раз такой кожи, склонной к жирности, мы наносим в два этапа. То есть мы одну дозу SPF впитываем, ждем, пока вот он впитался уже, и наносим вторую дозу, потому что нам нужно нанести достаточное количество для защиты кожи. Сейчас еще добавлю.
потому что летом мы, как правило, лицо-то защищаемое СПФом, а вот когда выходим в открытых платьях, то про зону шеи и зону декольте мы, к сожалению, забываем. А если у нас есть тенденция, допустим, к нарушению гиперпигментации, то мы должны защищать все открытые участки кожи. Потому что у нас кожа будет вырабатывать пигмент в любом случае, если на нее попадает солнечный свет. Если мы какую-то там ногу или руку не защитили, то все равно будут проявления на лице, потому что у нас меланоциты связаны между собой и передают сигнал друг от друга о том, что у нас повышенная инсоляция, и, соответственно, сколько бы у нас там СПФ на лице не было, если у нас загорают, допустим, руки, ноги, а лицо в СПФ, все равно у нас появится пигментация. Ну вот мы и нашу процедуру завершили. Есть ли какие-то вопросы или все понятно? Давайте я так... все отлично. Анастасия, если честно, я себестоимость не считала, потому что одна себестоимость будет, если вы будете делать фонофорез, микротоки, другая себестоимость будет, если вы будете делать массаж по этим средствам, там третья себестоимость, если вы там еще что-то будете делать. Так, давайте по порядку. Просят показать все продукты, которые были использованы. Сначала у нас первый этап очищения. Это универсальный очищающий гель, который подойдет для всех типов кожи. А, еще сразу скажу, что не берите очень много геля, потому что еще важно не жесткость павов, то есть здесь мягкий пав, но если вы возьмете очень много средства, то, соответственно, количество пав тоже имеет значение. Нужно брать достаточно. Как правило, лицо, допустим, шея, декольте – это не больше двух нажатий. Этого достаточно. Так, второй у нас этап – это у нас была маска. А вот. Этап глубокого очищения. Маска энзимная, пектиновая. После того, как мы смыли маску, я протонизировала. Ну, я бы сказала, не совсем протонизировала, то есть это как бы два в одном. Это тонизация, восстановление pH, и это нанесение активного антивозрастного препарата. Лосьон концентрат Нео. Следующим этапом это у нас гель Нео для сухой и нормальной кожи. И напомню, что мы там к препарату добавляем лосьон концентрат. Если мы делаем массаж, делаем микротоки, можно, когда, допустим, форез мы делаем, если чуть-чуть гель подсыхает, то мы можем как раз взять кисточку, либо добавить гель, либо добавить лосьон-концентрат. В любом случае будет очень хороший эффект. Сделали там свою процедуру. И также потом я, соответственно, протонизировала лосьоном-концентратом Нео после того, как я полностью сняла гель. И добавила у нас True Baby Face. То есть, соответственно, можно было и не добавлять его, а просто оставить гель, небольшое количество на лице, как вариант.
Ну и в качестве финального средства у данной пациентки у нас солнцезащитное средство. Смотрите, миофасциальный массаж вы по гелю не сделаете. По той простой причине, ну, с теми, с которыми я знакома, техниками, там же сцепка нужна. Вот, поэтому это должно быть массажное средство. Вот гель, почему я использовала в лимфодренаже, его же можно делать на сухую или по гелю. А тут должно быть какое-то средство, ну, похожее там, наверное, на крем, которая будет давать и скольжение, и там миофасциальное, допустим, натяжение. Так. SPF финал. Так. Ну, смотрите, если вы, допустим, вечером вы заканчиваете процедуру, то да, там SPF не нужен. Допустим, можно увлажняющий крем наш базовый, он подойдет для всех типов кожи. Есть крем дневной с SPF 10, но он, в общем, ну, на лето все-таки слабоват SPF 10, либо есть вечерний увлажняющий, соответственно, можно его использовать. Можно использовать, если хочется поплотнее какую-то текстуру, наш спа-апельсин, допустим, крем, который не комедогенен, он более такой питательный, ламеллярный крем он идет. Что можно? NMF Protection, я уже говорила, что можно использовать, он подойдет для всех типов кожи. Единственное, конечно, NMF Protection, он же направлен как раз на восстановление гидролипидной мантии, на кожу с обезвоженностью, на кожу такую стрессированную. Тогда он будет подходить, да. Я вот сейчас просто вспоминаю. Но Rich and Restore, он подойдет все-таки для кожи такой более возрастной, сухой. Если это будут обладательницы, там, допустим, комбинированной кожи или даже, там, скажем, кожи более жирной, но в стрессе, я бы все-таки не рекомендовала тогда Rich and Restore. Все-таки NMF Protection. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, спасибо вам, Ан. Спасибо, Оксана, Анастасия, очень приятно. Я, Елена, не поняла вашего вопроса. Подскажите средство, которое лучше всего подойдет под косметику. Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду базу, ну, под макияж? А, базу. Ну, тут очень сильно зависит от того, какой у вас тип кожи. Но если у вас кожа там не склонна к сухости, можно... у нас крем-сыворотка есть, Vitamatrix с эффектом Soft Focus. Если кожа, ну, такая... ну, с нюансами, допустим, там сухость немножечко бывает, нарушенный гидролипидный барьер, то тогда NMF Protection. Если там вот универсальное, это там крем увлажняющий наш, пожалуйста. Вам спасибо, коллеги, что были на вебинаре. Если больше нет вопросов, наверное, будем завершать. Либо еще минуту жду примерно вашу, вот примерно минутку, давайте две подождем. Да, еще на всякий случай вам напомню, у вас будет действовать в течение недели промокод «Уход». Сейчас я попробую его написать. Давайте вот так вот. Угу, отправляю в чат. И при заказе продукции вы вводите этот промокод, у вас будет ваша дополнительная скидка. Была рада вас видеть. Спасибо, что вы присутствовали с нами.
что любите нас и поддерживаете, выбираете нас. Ой, очень приятно, Анастасия. Оксана, спасибо вам тоже. Давайте тогда до скорых встреч, мы отключаемся. Угу.